вчерашний светский раут, на который пригласили Наташу Королеву, к сожалению, без ее супруга Тарзана, оказался пикантнее, чем можно представить. Встретившись со своей знакомой подружкой Еленой Санжаровской, две знаменитости стали мило обсуждать похотливые и слегка развратные вещи, в том числе и Тарзана. Видимо, Королева не впервой делить Тарзана на двоих с подругой. Прямо-таки шведская семья, которая не стесняется пикантный разговор делать достоянием публики. Но, кажется, всех это устраивает. Королева пользуется статусом жены стриптизера. Сам же Тарзан пользуется популярностью супруги и певицы. Условия взаимовыгодные. Подожди. А где Тарзан? Моя эротическая мечта 30-летней давности, резко перебила Елена Наташу и стала ее грузить такими вопросами. Конечно, ненормально, когда жене и, надеемся, верной супруге говорят подобные вещи, но, как ни в чем не бывало, Королева продолжила обсуждать эротическую тему и наслаждаться компанией девушки, которая, возможно, с удовольствием даже сейчас бы увела Тарзана из семьи.